с вами провели много мероприятий, связанных с субботником. Вот чем хороша командная работа? Если бы мы с вами все бы договорились бы и провели, и сделали в один день, да? Вот нам не повезло с погодой. Но с другой стороны, тот задел, который мы с вами начали еще с первых чисел апреля, он и привел к тому, что по большому счету самый главный большой объем работы, он был сделан. И с погодой нам повезло. И несмотря на ненастную погоду, мы можем сказать, что сделано очень много. Но еще больше предстоит.